сотрудники выяснили, что я сбежала из путяги, вернули меня в путягу. С путяги меня опять выгнали. Вот. Ну, в общем, после чего я решил больше не попадаться в спецприемник, вообще не ходить в милицию. В общем. Вот. И стала жить в основном, то есть, ну, как бы город большой, парников много, в основном по парникам, по всяким, по вокзалам. Питалась там, ну, утром придешь к какому-нибудь кафе, там, значит, там часик там посидишь, ну, в общем, люди там что-то не доедают, там, ну, подходишь, доедаешь после них это дело. Ну, не с голоду же помирать, в конце концов. Вот. Ну, в общем, а потом, там, общими стараниями людей, там, попала я на такой... Свечной переулок, дом один. Вот. А там, значит, целое вообще такое общежитие бомжей. Значит, там было очень много народу. В основном все такие музыканты, художники, там всякие люди искусства, короче. Вот. И попала я к музыкантам, конечно же, там сразу же. Вот. Их там было большинство. Вот. И как-то я сижу, такая романтическая ночь, и вот в ночи играют барабан. Вот просто, человек играет на ударной установке один. И мне это так понравилось, я решила, что это будет моим инструментом. И вот со следующего же дня как бы начала заниматься. И, в общем, вот с тех пор как бы вот музыка стала моим таким основным занятием. Вот. И вот я как бы продолжаю там по сей день заниматься, как бы, и, естественно, единственным пропитанием. То есть как только я научилась играть там на барабанах, на перкуссии, я тут же пошла в переход. И тем самым как бы добивала себе пропитания, то есть не приходилось там ходить, как говорится, по ништякам, по всяким, по объедкам людским. Вот, то есть можно было там купить, наконец, буханку хлеба, там нажраться на отвал, где-нибудь отвалиться в парнике, просто и все. Вот так. Так и жили. Thank you.
очень часто сталкиваешься с тем, что вот само общение очень на интересном уровне. То есть вот мы приходим куда-то, там, ну, допустим, вот человек, который меня знает, он меня куда-то приводит, допустим, в свою компанию. Ну, вот он нас знакомит, значит, все дела. А потом тихонечко так в сторонке говорит, слушайте, да она там вообще бомжиха, короче. Вот, и тут начинаешь замечать очень интересную картину. Человек, который к тебе 5 минут назад подходил к тебе, ну, как бы, абсолютно естественно, и говорил, о, да, привет, там, меня зовут так-то и так-то, там, как твои дела, и т.д. Значит, он вдруг начинает либо сторониться меня, резко так отшатываться, то есть так, боясь прикоснуться, ну, не знаю, как в паре. Вот. Либо начинает просто проявлять какую-то абсолютно излишнюю ласковость, которая, ну, не нужна, вот в этом случае она не нужна, потому что сразу начинаешь чувствовать себя очень неуютно. И вот компания разделяется на два лагеря. Одни ко мне относятся так холодно, а другие, наоборот, начинают там как-то так это относиться с жалостью. Это очень неприятно. И в итоге ты уходишь из этой компании, потому что ты не находишься там человека, который бы мог стать твоим там другом. Нужно хорошо питаться. Для этого нужно трудиться, чтобы зарабатывать на хлеб насыщенный. Я зарабатываю. Ну, приходишь к работодателю, значит, ну, то есть заполняешь какую-нибудь анкету, если она есть. И, значит, графа. Место жительства. Я эту графу не заполняю, потому что у меня как бы как таковой нет. И работодатель так на меня смотрит, так ты бомжиха? Я говорю, нет, я не бомжиха, но вот тут без определенного места жительства. Он такой, а, ну вы знаете, у нас вообще-то эта вакансия уже занята, вот вы приходите в следующий раз, то есть, ну, где-то через годик, там, через два, короче, когда комнату получите. Вот. И вот практически у всех так, то есть, ну, как бы, ну, людей определенные стереотипы, то есть они на них ориентируются. Если бомжиха, значит, воровка, там, алкоголичка, наркоманка, ну, короче, прочая публика.
То есть они не умеют как бы видеть в человеке что-то другое. Если бомж, значит такой. Если там коммерсант, значит другой. Если там священник, то третий. То есть, ну, как бы определенный набор знаний об этом человеке. Ну, опять-таки, судят по одежке, я не знаю. Да даже элементарно, чтобы найти работу, надо пойти там выучиться на машинистку, там, на программиста, на все что угодно. Опять-таки нужны деньги. Все поставлено на деньги. То есть сейчас бесплатно обучают только в школах, но школу я уже прошла. Должить у кого-нибудь денег. Ну, все дело в том, что люди, они опять-таки судят по стереотипу. То есть раз ты бомж, значит у тебя денег никогда нет. У меня действительно никогда нет, то есть я этого не скрываю. Но с другой стороны, как бы, они боятся меня одолжить, боятся, что я им не верну. Вот. Просто не верят, не доверяют. Но с другой стороны, их можно понять. Ну, мама — это что-то такое далекое, очень-очень-очень далекое. Я не знаю, я ее даже себе не представляю. Но для меня она почему-то всегда была символом молодости, как ни странно. То есть я всегда свою маму представляла очень молодой, светловолосый такой. Как мечта. Вот ее можно было бы назвать мечтой. Вот. Но когда я ее увидела как-то на самом деле, ну, мне устроили с ней такую встречу очную. И это было очень далеко от того, что я себе представляла. И я все-таки решила оставить себе мечту. И то есть для меня мама — это не та женщина, с которой я встречалась, а та, которую я себе придумала. И мне с ней как-то легче. Ну, я обычно в детстве, я обычно себе придумывала историю о том, что моя мама где-то очень-очень далеко путешествует и не может за мной приехать. Вот. И сейчас я, конечно, уже так не думаю, но образ остался. Меня частенько били. То есть били просто страшно. Но сейчас вот на данный момент, пока я живу на улице, мне драться просто необходимо. Потому что иногда попадаешь в такие ситуации, где либо кулаки, либо там тебя изнасилуют, или там в разные ситуации попадаешь. Там могли продать, могли там избить, просто так избить. То есть, все меньше и меньше доверяю людям, и я не знаю, к чему меня это приведет. Может быть, к какому-то полному, ну, как сказать, полному недоверию к людям. Я не знаю, но это вряд ли, конечно, потому что среди людей попадаются очень хорошие. То есть, ну, как говорится, мир не без добрых людей. Но, с другой стороны, этим добрым людям тоже тяжело. Вот, стараешься как-то поменьше мешать. Но когда ты уходишь от людей, ты уходишь от всего. И, не знаю, приходишь вот именно к одиночеству, когда ты понимаешь, что вокруг тебя люди. Вот очень иногда остро ощущаешь, что когда идешь, допустим, по Невскому проспекту, вот самое людное место нашего города, идешь, вокруг тебя толпы народу, но ты одна, абсолютно одна.